Привет, меня зовут Петрова Доминика. Мне 5 лет. Я люблю встречаться с друзьями, а еще я люблю петь, танцевать и еще на гимнастику хожу. Я не боюсь щекотки. Вот смотрите, не щекотно. Мне не щекотно. Вот 100 лет назад мне приснился сон про Бабу-Ягу. Я не испугалась, я плакала, просила маму, чтобы она меня на кровать взяла спать. Я люблю ходить в театр. На Тома Сойера ходила. Там понравилось, как сам Том Сойер вот так. У меня нога болит, живот сдулся и пальчик. Я вот позавчера хотела еще немножечко поиграть. А мама говорит: доча, убирай игрушки. А я говорила: ну еще одну минуточку дай. Говорит: нет, нет и нет. Я хочу стать художником. Я люблю небо рисовать, цветочки, листочки, природу. Ты знаешь даже это сказать. Но я плачу. Потом поплакала и успокоилась. Я бы хотела сняться в добром фильме.